которые мы сейчас проходим. Первое событие, я вот в четверг лечу, в пятницу утром лечу в Новосибирск в связи с этими делами. Это 70-летие со дня рождения одного из крупнейших русских поэтов 20 века, а может и не только 20 века, Владимира Высоцкого. Подчеркиваю слово поэта, потому что о том, что он прекрасный, великолепный актер, это мы все знаем. Но, к сожалению, диалоги и всякие дискуссии по поводу его вклада в русскую поэзию продолжаются, потому что мои коллеги по поэтическому цеху иногда, ну, например, покойный прекрасный поэт Андрей Вознесенский называл мой брат меньшой, как Пушкин называл мой младший брат Дэвида по музыке и судьбам, подчеркивая, что он побольше. Или, например, там, возьмем еще кого-то, моего друга и замечательного русского поэта Александра Семеновича Кушнера ленинградского, одного из лучших поэтов, который считает, что вообще Высоцкий скверный поэт. Или не менее интересного человека Дмитрия Анатольевича Сухарева, прекрасного автора известных песен, который в своем предисловии к антологии авторской песни пишет, что Высоцкий поэт на троечку. Нет, друзья, не на троечку. Он единственный и замечательный великий поэт, как мне представляется. И абсолютно неповторимый. Это моя точка зрения. И почему я об этом говорю? Потому что здесь, в зале, присутствуют два замечательных человека, которые для меня открыли нового Высоцкого. Хотя, вроде как, знаете, я с ним был дружен, и есть это в книге воспоминаний довольно много, вот наших общений, это было очень давно, еще до Марины Влади. Есть два человека, которые мне открыли просто еще раз Высоцкого как поэта. Это, значит, актеры театра на Таганке, Любовь Черкова и Валерий Черняев, они оказали мне честь, они здесь присутствуют, потому что два дня назад, в субботу, я был на их спектакле на малой сцене и был совершенно потрясен. Это совершенно другой Высоцкий. Это, понимаете, это книга Марины Влади «Владимир Прерванный полет», но не вся книга там, где не всегда все в литературной стороне, так сказать, как бы на высоте, они сделали прекрасную лирическую историю. Превратили его, конечно, в миф, как и любую лирическую историю. Но очень хорошо, такой миф образ Высоцкого, что совершенно пошлую и безобразную историю «Спасибо, что живой» с маской и попыткой его превратить в наркомана. Я считаю, это безобразие, то, что этот фильм вышел. Вот, не знаю ваше мнение, но для меня это оскорбительно. Понимаете? Вот, и я вот давайте их поприветствую, они здесь вот сидят, там скромно в этом всем. И всем вам... И всем вам я советую пойти посмотреть этот спектакль. Не пожалею. Туда не так просто попасть. Но после спектакля Владимир Высоцкий, который ставил еще Ирик Петрович Любимов, по-моему, это вот уровень очень высокий и совершенно замечательный. Вот. Почему я об этом говорю? Потому что, если можно, я спою одну песню, посвященную Высоцкому, не погибшему Высоцкому. Я все время повторяю эти слова. Они есть у меня в книге воспоминаний, когда в 80-м году мы с Юриком Кимом в пиарно узнали о том, что погиб Высоцкий, умер Высоцкий. Я потом вернулся в Москву, и мне позвонил мой приятель, это все-таки 80-й год, еще связь не такая была хорошая, с Южно-Сахалинска. Он геофизик, как и я, мы с ним учились в Ленинградском городном институте, но он фронтовик в прошлом. Вот. И он плохо слышно, говорит: «Саня, это правда?» А уже прошло дней 5-6. «Это правда?» Я говорю: «Ну, правда, конечно, что он...» «Да я не про то, я знаю, что...» «Правда ли, что его убили?» Я говорю: «Да что ты, Вадим?» «Нет, конечно, он сам...» «Ты уверен?» «Я вот никому тут не верю на Сахалине. Я все врут. Вот, правду тебе поверю. Правда, что сам умер?» Я говорю: «Правда». «А почему ты решаешь, что убили?» Такой треск в эфире, все... Он говорит: «Должны были убить». И мне стало нехорошо. Понимаете, как я... Вот, поэтому, когда сейчас... Наши эстрадные артисты, наша официальная пресса, наши желтые газеты пытаются превратить Владимира Высоцкого в такого благонравного советского патриота, и даже уважаемый мной Дмитрий Быков на телевидении вел программу «Высоцкий как советский поэт». Интересное название. Да? Это вызывает все-таки иногда чувство протеста. Я хочу спеть одну песню еще на живому Высоцкому. В далеком 67-м году театр на Таганке, преодолевая яростное сцепление красок обкома партии, во главе с Василием Сергеевичем Толстиком, ночью будь помянут, приехал в Ленинград, в клубе первой пятилетки была премьера для Ленинграда.
«Жизнь Галилея», «Философский град Галилея». После этого я тогда же на нервной почве написал две песни, посвященные Высоцкому. Первая — «Галилей». Отрекись, Галилей, отрекись от науки, ради науки. Нечем взять художнику кисть, если каты отрубят руки. Нечем гладить бокал с вином и подруге ведро крутое, а заслугу признать виной для тебя ничего не стоит. Нечем гладить бокал с вином и подруге ведро крутое, а заслугу признать виной для тебя ничего не стоит. Пусть потомки тебя бронят за невинную эту подлость. Тяжелее не видеть закат, чем под актом поставить подпись. Тяжелее не слышать реки, чем испачкать в пыли колено. Отрекись, Галилей, отрекись, что изменится во вселенной. Тяжелее не слышать реки, чем испачкать в пыли колено. Отрекись, Галилей, отрекись, что изменится во вселенной. Ах, поэты и мудрецы, мы морально несем убыток в час, когда святые отцы волокут нас станкам для пыток. Отрекись, глупца, вопреки, кто из умных тебя рассудит. Отрекись, Галилей, отрекись, нам от этого легче будет. Отрекись, глупца, вопреки, кто из умных тебя рассудит. Отрекись, Галилей, отрекись, мне от этого легче будет. Спасибо. «Анди Галилея» называется песня. Удивительное дело, что через полгода, она в России не публиковалась, в Союзе, пардон, и через полгода мне прислали пластинку из Парижа, Инкопресс ее записала вместе с песнями Галича. Потому что у меня были кое-какие неприятности, вызывали в разные места для дачи объяснений. А я сам не мог понять, как она могла туда попасть. «Анди Галилея». Еще задолго до афганской войны вроде. Но кто в наши дни поет, ведь воздух от гари душен, и рвут мне железом рот, огурками тычут в душу. Ломает меня палач на страх остальному люду, и мне говорят: заплачь, а я говорю: не буду. Ломает меня палач на страх остальному люду, и мне говорят: заплачь, а я говорю: не буду. Пихнут меня в общий строй, оденут меня солдатом, навесят медаль герой, покроют броней и матом. Мне лодку дают, как чай, что храбрым я был повсюду. Мне говорят: стреляй, а я говорю: не буду. Мне лодку дают, как чай, что храбрым я был повсюду. И мне говорят: стреляй, а я говорю: не буду. А мне говорят: ну что ж, свою назови нам цену. Явим, что ты хорош, поставим тебя на сцену. Врачуют меня врачи, краят из меня Иуду. Мне говорят: молчи, а я говорю: не буду. Врачуют меня врачи, краят из меня Иуду. Мне говорят: молчи, бля, а я говорю: не буду.